Привет, старый друг. Андрей начал рассказывать про какую-то сетку, которая, как выяснилось, прилетела, свежая. Ну, я им рассказал, что такое квантовая конструкция, кратко. Дал им подключку к квантовому уровню. Немножко и сам зажался, немножко она слетела. Вон, что она слетает? Она как сползает с него, ты понимаешь, там какая-то прослойка на нем. Его отключили, да, вот сетка под квантовым уровнем от информации, чтобы он отупел и перестал это. Ну, бояться. Впечатление, вот знаешь, как чем-то намазано гелем каким-то, да, что нету контакта, нет именно. Какой-то кокон, и сверху, да, как жир такой, сало из сокуса. Что это такое? Нет, говорю, после этого пробовал. Ну и вот вчера вечером пробовал ее убрать, сегодня утром просыпаюсь, опять все на месте. Пробую вот. Ну хорошо, что мы не то, что ты смотри, ты даже похудел. Ты даже похудел. Вообще. Ненормальная эта фигня. Так худеть. Просто вот с таким даже не знаю, как с этим взаимодействовать. Почему я сразу тебе рассказал? Это квантовая симуляция. Ну, компьютерная. Как петля какая-то. Посмотри, у Андрюхи. Андрюха, у тебя на уровне солнечного сплетения, вот тут, где пояс чуть повыше, там, где не мужчины, а женщины носят пояс. Посмотри, на тебя как петля такая одета и прям затянута. Вот тут, пониже диафрагмы. Тебя как поймали в селок, и вот тянут, затягивает. Она искрящаяся. Выжать, мозги выжать. Выжать, да. Это волю чакра воли, это подавить волю, как выжать полностью. Перекрыть и снизу потоки. Прокол на половой чакре, так, чтобы еще энергия вытекала. Ну, смотри, это магия или квант? Она искрится очень сильно. Я больше склонна, что это, понимаешь, что это квант. Хотя это... веревка, как обычно, это идет магические, ну, это приспособления. Это простенькая квантовая фигня, да, на уровне магии. Это кто-то сделал, вот у кого нет мозгов на что-то более большее. Самое интересное, да, вот это у меня началось, напомнишь, в Монаде, в чате выкладывал наезд на меня там с НЛП-шками. Расскажи, пожалуйста, Андрюш, потому что я могу не все следить в Монаде, понимаешь? Я иногда пропаду там на день, на два. Ну, на меня в Телеграму приходит сообщение по типу тоже с кучей НЛП-программ, то, что у тебя там все плохо, да тебе там надо туда-то обратиться. Вот такой тебе там поможет, он там все знает, да я вот вижу там, что у тебя все хреново. До этого у тебя было все нормально, пока этот тебе, да, не написал. Да, и буквально вот через несколько дней после этого у меня появляется вот, ну как, да, может быть, неделя где-то проходит. Я еще... Четыре или пять дней прошло, всего меньше недели, да. И 5. У меня вот такое вот началось. Через текстовые сообщения сажают эти программки, да, программируют. Да, это как порча, знаешь. Ее как-то доставить нужно, если бы этот человек был рядом с тобой, это бы там под, ну, условно говоря, под порог налили, насыпали чего-то. Порчу нужно провзаимодействовать. Нужно, чтобы ты провзаимодействовал, в принципе, пофигу, как ты провзаимодействуешь. Это программка, да. Ты возьмешь в руки там заговоренное яблоко, или ты сразу в мозг это все возьмешь. Это программки, это порча такого плана. Да, и только так, компьютерная. Только компьютерная, да. Так как ты, Илья, и сказал, это простенькая квантовая симуляция, именно порча, именно магия, но именно вот квантовая. Зафигачили там, по-моему, в том письме на уровне 8 или 9. Вижу число 13, а вот сказать хочется 8. Не понимаю, почему так идет такой разнобой. Ну, заложили 13 ли? А прошло 8, да. Прошло, да. А прошло 8 письмо или 9. Письмо-то длинное было? Ну, вот. Ну, да. Длинное. Вот они любят, это классика, они вырубают мозги, сначала как-то входят тем, что им согласен, техника трех, да, потом начинают что-то, как вырубают мозги, какой-то когнитивный диссонанс, что-то противоположное, типа тяжелая пустота, вот, ну, чтобы вот выключить логику,
Да. Черная белизна, вот что-то такое, но завуалировано, поумнее что-то сделано. А потом идет, вот когда выключилась логика, на секунду буквально, но чтение это на автомате продолжается, и вот идет подгружение этих программочек простеньких. И там не столько, как некие кодовые фразы, не столько там прямо говорят что-то, а вот они в их сознании к этой фразе еще что-то развернули там и догрузили. Сразу какой-то общий контур, создать некую общность. Ты такой, как они такие, как ты, да, они да, там да, друзья да. тебе, там, как товарищи, я тебя понимаю. Соратники. Вот, у меня было такое же. Да, создали общий контур, ты открылся на уровне общего контура, и тогда дерьмо уже лопатой можно швырять. Да. И как оно туда прошло? В принципе... Чё, ой, Андрей, знаешь, сколько раз я от такого чистилась и спасалась? Меня и Илья, я тоже. Меня сам, Илья, он сколько раз это начиналось на уровне женщин там, открыть двух лет вообще назад. Элементарно, да? Да, это же элементарно вскрывать. Это уже потом я чуть-чуть научилась, а то не всегда эти программки отсекать. А так, я только вижу вот такое письмо, мне пришло, все, у меня сразу стоп, я даже не пытаюсь читать. Я по диагонали 2-3 слова, чтобы понять, о чем. Ну, потому ну, что это классика-то, просто... классика-то, открывашка... Да. Потом выключашка, потом программки, периодически меняющиеся выключашками, чтобы переключить. А потом в конце вы самые лучшие, всех да. благ, мы победим. Обязательно такой на позитив. Закрывашка такая. Закрывашка чтобы, всегда на чтобы позитив. Чтобы сознание, чтобы мы переключались. Ну, закрыть. Вот реально, знаешь, как вот открыть мозг, туда насрать и закрыть. Да, сверху шоколадом замазать, типа, это все классика, нормально. Да, да. Это да, не да. какашка, это шоколад. Вот я с вами, успехов держитесь. Вот такой, на позиции. Вчера вот я его снял, то есть да. я его так вот смял в комок. Я говорю, это не мое, мне это не надо, то есть это не может быть моим. Я это отправляю, ну, поэтому по линии, поэтому по проводу, который от нее идет. Куда, откуда пришло, туда ты, и пошло. Ты как, да. можно ты как с магией пришло, работаешь. Да и ушло. Ты как с магией, но это квант, смотри, светится, как искрит. В конце поцарапай. Переработай его просто, поцарапай. Да, сейчас я говорю. Угу. На цифровом уровне ты уже можешь. Входишь и разбираешь код, и изменяешь 1% этого кода, чуть-чуть. Условно, видишь конфигурацию, как оно устроено, или видишь там единички, нули, неважно, как ты смотришь, что изменить, как да. на том уровне, чтобы это тебе помогало, потому что эта конструкция, это защита, но вместо того, чтобы, допустим, отсекало, пусть это будет фильтр, вместо того, чтобы это давит на тебя, пусть оно давит на плохое тебе. Чуть-чуть изменяешь, понимаешь, свойства. Минимально, меньше 1%. И достаточно. Там фигово куча энергии, понимаешь? Кто-то послал тебе целую кучу энергии. Энергия заряженная, да. да, дерьмовой информации. Вот информацию паршивую поломай, а энергия пусть остается. Да. Это же подушка какая-то. Тебе посылают что-то. Говно, но это же удобрение. Перенаправь на свой сад, пусть удобряют. Тебе послали там ткань или воду, чтобы тебя утопить, так ты можешь и попить, и направить там на питание. Конструкцию зонтик, чтобы у тебя солнца не было, так это смотря когда. Солнце иногда нужно защищаться. Не чтобы ты зачах, условно. Света сейчас достаточно. Идут вот просто вот нолики, единички. Да, да, да. И вот смотри, да. измени один наугад, вот самый такой эффективный, чтобы тебе комфортнее стало. Вот где, какой увидишь, что ты меняй, да. Какой нолик изменить на однёлечку, чтобы тебе комфортно стало. И ты вот прям почувствуешь мозгом и меняешь. Убрать или изменить. Воткнул вместо нолика четверку. Угу, хорошо. И? Что происходит? Смотри, рассыпается, собирается. Что делается с конструкцией этой? Четверки все это. Вместо нуля единиц четверки пошли. Угу. Ну, то есть изменил код, правильно? Он подключил на уровень силы. Я только ты что натворил? У меня мурашки по коже пошли. Ты к высоковольтным проводам подключился. Он с квантового перешел на уровень силы. Это еще выше. Куда ж ты это запулил-то? Ладно, хер с тобой. Сделал так сделал. Смотри, какой компик, в каком компике она собрана, эта программа. Прям можешь увидеть.
его серийный код, процессор. Стеллажи длинные. Угу. Ну вот, сделай один свой. Там новая ячейка, это... Ты там тоже живешь, там же тоже твоя копия есть. Тут теперь это работает все на тебя. Смотри, забирай себе расчетные мощности, подключай. Сейчас найти еще надо. Ну ты их уже увидел, все забирай. Что видишь, что твое. И можешь посмотреть, через кого это тебе прилетело. Да, может, потом... Да, может, поблагодаришь как-то. И смотри-ка, этот компик такие, как зонтики корявые. Сломанные. Уже сломанные. Штампует. Смотри, сколько он их наштамповал. Сотни же. Куда они пошли? Кем? Кому? Кого они еще гасят так, бьют ими? У меня пока вот только стеллажи. Ну, как? Не стеллажи, а огромные такие ряды. Да. Как вычислительные центры большие. Да, дата-центр. Вот смотри, где. Где-то рядом с тобой. Здание увидь, в каком он. Центр Москвы где-то. Угу. Дом еще такой под старину. Где-то вот идет две улицы на пересечении двух улиц, да, вот по местоположению. Ну, это мало чем может помочь. Это да. Ну, смотри, на вывеска какая. Компик тебе скажет. Как с человеком можно на него простенькую информацию получить. Квантовых нет, у которых полноценная можно личность разбудить, они... Потом тебе все выложат, когда все пересчитают, освободятся, уйдут. Поэтому квантовые уже, они стали... Сначала мы их будили. Будили. Помнишь, мы будили. И потом поняли, что это бесперспективно. Проще закрыть все. Доступ на квантовый уровень я оставил только человеческим сознанием. Потом только мужским человеческим сознанием. Потом они начали делать симуляшки, когда я симуляшкам запретил доступ, они начали делать симуляшки в симуляшках в симуляшках. То есть полностью наш мир с одним условием. Там нормально все, доступ к квантовому. То есть одно изменение, чтобы максимально наложилось, чтобы получилось. Потом еще глубже в этой симуляшке делают компьютеры в нем симуляшку. Просчитывают. И вот он уже просчитывает. И так три уровня вот там. Потом что-то начало получиться. Закрыл и это. Снизу зашел и закрыл. Потом они начали по времени мудрить. Делать компьютерную симуляцию. Но не нынешнего времени, а тогда, когда все это было открыто. Оттуда здесь, блядь. И так далее. Там столько они вариантов там. Забавно было все это наблюдать со всеми. И вот сейчас остались только эти примитивные конструкции, которые они начали... Магия уже тоже... Вот они начали делать магию, но компьютерами. Это я еще пока не закрыл. Вот простейшие конструкции привязывают на людей, вешают. Вот чтобы они тупели, закрыть видение. Ну, вот такое. Вот херня осталась буквально. Зонтики эти, сеточки на шишковидные. И прочее. Болезни всякие, код болезни в человека на информационном уровне, он есть, он на физике будет. Это уже всем там модные болезни вот эти рассылали, рак рассылали и так далее. Это уже херня. Ну вот тебе прилетело это, ну работай. Пришла пора и людям учиться противостоять цифре. Ну смотри, раскрываешь, вот как снизу, вот так потронь. Вот медузка на тебя сверху прилетела, зонтик, ты снизу тронь, и раскрывается код. Ты сейчас уже можешь. Вот что тебе мешает, ты берешь, так раз раскрывается это, разворачивается в исходный код. Или меняешь, или выключаешь, на твое усмотрение. Или переделываешь. Разворачивается все в твою пользу. Я все пытаюсь
определить место, где это стоит, дата-центр. Тронь, у этого компика есть тоже исходный код, ядро. Тронь его чуть-чуть, тоже развернется, и там есть информация. Карта открылась города, тут без названий улиц. У него эти названия не привязаны ни к чему, пустая информация, он тебе дает суть. Видишь, можешь работать уже. А зачем карта, название организации? Заказчика, имя. Потому что, допустим, сервер условно может быть гидромедцентр, но на самом-то деле... Минобороны, расчетный центр. Но там же не это. Не зарплату рассчитывают, верно? А есть места, где нет никакого названия. Совершенно. Дата-центр. Ничего нету, ни названия, ничего. Просто карта города стоит открыта, без названий, безо всего. Угу. И где там точка? И сориентироваться вот как вот. Как давно этот компьютер? И оттуда, куда-то далеко за пределы Москвы идет линия. Как давно этот комп функционирует в твоем субъективном времени? Несколько лет идет. Угу. Ну хорошо, вот именно теперь на этом новом уровне, на цифровом, твое новое квантовое тело, которое связано с этим вот физическим и с твоим сознанием, душой, посмотри, что там мешает, уже на этом уровне. Это круче, вот смотри, что... Как ты видишь этот квантовый уровень? Цвет, материал? Не, только по ощущениям. Да. Как бы... Это чистое знание информации, да. Картинки для женщин, у них снизу информация приходит, им как-то нужно это интерпретировать. А тут сверху, то есть мужики часть сознания мужчины мозга, это часть этого информационного поля, квантового. Пошло изменение, чувствуется. Да, что-то ты там сковырнул. Не, я просто сейчас... Поток начал прогонять, и он проходит через меня, а не сверху. Именно информация, да. И информация как частица стала, как антивирус запустил. Входит вообще такое ощущение, вот с этого компа идет куда-то нитка, чуть ли не за океан. Ну да. Производитель-то процессоров один. У нас на планете об этом не говорят никому, но это так. И разработчик один. Соответственно, как кольцо власти, силы. Есть око Саурона, которое все контролирует, все кольца. Есть главное кольцо. На уровне компьютеров это так, да и на всех, это муравейник, центр один. В любой области центр один, и все эти центры тоже имеют один центр. Так у нас мир построен. Выкинул, Андрей. Выбросила, да. Ткнулся куда-то. Да. Куда-то выбило. Да, куда-то ткнулся, молодец. Шаришь уже по сетям, молодец. Нет, просто, как сказать, не знаю, первый раз
как нормально, как нормально. Ну как, берешь кувалдочку, как говорит Мона. У Моны розовая кувалдочка когда-то была. У тебя сейчас синенькая. Ты же девочка, да. И этот процессор в куски. А процессор на квантовом уровне он будет разрушен. А значит, он уже не будет работать на физике. Его вполне реально сжечь, потому что там, смотри, PN-переход, их много-много-много-много. Mm-hmm. Вот как думаешь, что там с ними нужно сделать? С этими миллиардами транзисторов на квадратном сантиметре? Это ж просто. Сейчас давай, попробуем. Давай. Берешь, вот чувствуешь любой. И играем в синих. Когда у Илона Маска херово туча компов полетела, и Google, и все прочее. Нам синие, помнишь, показывали ручки обожженные. Опа. Старались. Мы этим джинам информационным дали задание. Они потом показывали. Вот. Больно было. Весело. Ты уже напрягаешься. Напряг — это признак того, что ты работаешь все еще по старинке. Телом. Энергиями. Только информация. Идешь, видишь, переключаешь. Подыщешь. Я его попытался сжечь, он начал дымить. Ага. И пытался вот усилить давление на него. Вот. Проще дать ему команду сделать то, что приведет к повреждению PN-перехода. Угу. Только информацией туда... работаешь. Да, ты... поток. Да, ты свои ну, как... силы сам взял. Ну, можно ж умнее делать. Ну что ты? Зачем? Зачем убирать квалдочку, идти и бить и прочее на уровне энергии своих. Проще послать сигнал, чтобы это произошло, чтобы он сам это сделал. Квантовый мир теперь твой, работай. Угу. По-другому начал работать. Плюс угу. Еще я его подпалил чуть-чуть. Угу. Половина мощностей ушло. И он по-другому начал работать. Угу. Вообще, скажем, производительность упала сильно. Угу. А вот смотри, какое поле образуется внутри этого процессора? На самом деле, это не все объясняется классической физикой. Вся эта херня про электрончик, который прыгает через барьер каким-то образом. Это полный бред. Как ты видишь? Сейчас там нестабильность идет. Вот. Все происходит в каком пространстве, смотри. Плюс, минус и барьер. Создается некое напряжение поле, и вот все вычисления идут в этом вот поле. Что с этим полем нужно сделать, чтобы там никаких вычислений больше не было в принципе? А поле-то привязано к материальному процессору, носителю. И, соответственно, если ты изменишь это поле, они же не отменят привязку. Поле будет внутри этого сервера. Даже не внутри процессора. Даже замена процессора вряд ли поможет. Это может перекинуться на весь сервер. Меняешь квантовые свойства этого процессора. И он перестает вычислять. Там достаточно один. Да. Процент просто. Сломало один, сломаешь все. Потому что на квантовом уровне нет индивидуальности. Есть некий процесс. Вот техпроцесс 3 нанометра уже похерен, техпроцесс 5 нанометров уже похерен. Разработчикам сказал, будут выебываться за рублю до 12-го. А это все, это почти вот, ну, обычный компьютер. Они уперлись в тупик, вот все, они как копают, и, а там бетонная плита, все. Землицы больше нет. Снизу я и сверху, и снизу поставил ограничение. Вот они сейчас бедненькие маются, не знают, что делать. Опять мозг напрягаешь. Мозг не должен напрягаться.
Посмотри, что напрягается в мозгу. Где там у тебя тоже ограничение мощности твоего процессора. Да, смотри. Вот здесь вот напряжение идет. Посмотри, тебе когда тоже как отрезали. Вот на квантовом уровне условно есть круг, тарелка, как угодно можно называть, пирог. Был желтенький, светился как-то, потом раз и пошли сектора как отрезанные, как от пиццы отрезают. Так а просто вот взяли и верхнюю да, часть лобовой да, доли. Да, так вот. Да, да. Смотри, как, смотри, когда. Не так давно. Угу. Когда Курчатов вышел на пенсию, условно. Чтоб не вспомнил, не рассказал ничего. Отупел. Ну, поесть, покакать. Мозгов должно остаться по их плану. А дальше? Это когда у них еще были квантовые компы, и все было хорошо. Они могли такое делать. Теперь у них доступа на квантовый уровень нет. Роевым сознанием доступ на квантовый уровень закрыт. И что с этим делать сейчас? Какие варианты? С этой обрезанной структурой. Ну как я ее назад верну, того, что не хватает? А что не хватает-то? Нет, хватает. Угу. Просто прослойка стоит. Да. Как пленка полиэтиленовая. Вот. Ее так тянешь, она так, как пленка полиэтиленовая, сминается, угу. Выпускается. Угу. Да. Есть. Угу. Пленка. Синхронизируй работу. Извини, а можно я задам вопрос? Угу. Андрей, где учился? Что на первом курсе произошло? Эта программа у тебя как на первом курсе активировалась в этой жизни? До этого она так шатко, валка, ну, как-то пропускала чуть-чуть, а потом чудюх, и как закрутили гайку. Первый курс идет. Это в этой жизни то, что уже было сделано в прошлой, когда ты вышел на пенсию, как Илья говорит, а в этой жизни вот докрутили уже, как поставили мембранку такую. Это первый курс. Что там у тебя произошло? Какой первый курс? В первом курсе ничего не произошло. Первый курс — это у меня... Технический так, вуз. Вечернее отделение, технический вуз. И он коснулся я тех знаний, на которые поставили блок, которые хранились в том запланированном блоке. Да, вот да, оно да. И оно активировалось, да. Да. Там это давали то, что он знал тогда, и не то, что было закрыто. Да. Да, первый курс. Это 2000-е годы, первый курс у меня... Вечернее отделение, ну, вечерняя форма обучения. Я потом его забросил. Ну, то, что удар пришел и затянуло отвело. Тебе отвело, все полностью, да, да, да. Да. Эта программка квантовая сработала. Отводить тебя от технических и умных вещей вообще. Я удивлен, как ты вообще стал инженером и технические вещи начал еще делать. Нет. Обычно такие программки ломают, ломают психику, то есть вплоть до алкоголизма, педерастии и всего прочего, то есть, ну, и как раз воли. В это же время, в это же время я, скажем так, залетел в одну из сект христианских. А, это как следствие, да. Да. Чтобы доломать. Эта программка сказала тебе, где окончательно тебе доломают мозги. Потом я от этого избавился, угу. Понял, что все это полная хрень, начал угу. копать дальше, начал ковырять, ну, с истории, с Кунгурова, потом, соответственно, на тебя наткнулся, на твои ролики с антеннами. Смотри, еще ниже того уровня, где ты восстановил, еще что-то чуть пониже, как знаешь, есть BIOS еще. Смотри, процессор, софт. Ты сейчас софт восстанавливаешь и процессор убрал перемычки. А еще есть короткие замыкания,
А еще и джамперы какие-то тоже убирай, либо переставляй. Лучше убирай. Не, сложно. Вот на таком уровне, когда, я понимаю, вот железка, а когда вот... Это ты. Да. Все, все, ты железка. Давай, работай. Угу. У тебя тоже есть топонимика интегральных микросхем. Твое сознание голографично. Уровень квантовый. Это не матрица, это как голограмма. Все внутри. В каждом кусочке есть все, и во всем есть один кусочек. Все связано со всем. Залезь в BIOS, посмотри, какие там изменения были. Что сейчас подгружать, что не подгружать, да. Я не знаю, сейчас меняю по ходу. Да, поставь подгрузить все. Настройки по умолчанию. Угу. Встроенный модем, посмотри на шину, кто поставил перемычки. Блок КЗ. Только Андрей трогает какие-то настройки. Как только Андрей трогает какие-то настройки, выбивается. Система сопротивляется. Интернет отвалился, Wi-Fi. Ты не на том уровне компы, да, рушишь. Все еще не можешь правильный уровень найти. Нормально. У меня как-то компы и техника горела со страшной силой. Тоже не мог найти, на каком уровне. Вот только позлюсь, а я еще был как на всех уровнях. И мониторы пожег. Какой-то музыкальный центр вырубался регулярно. В общем, там было жуть. Тоже не мог найти. На каком уровне, я думаю. Мотыляло меня не по-детски. Не, Лео, вот это что-то новое. Угу. То есть хорошо забытое старое. Такое ощущение, что вот это теперь комп. Угу. На меня. Да. Ты туда загрузил себя, и все, там уже твоя это симуляшка. Причем это программами они не найдут софтом. Вычисления идут на другом уровне, и там ты себя подгрузил. То есть этот комп теперь действительно охраняет. А вот сейчас хер тебя и квантовый хер поставишь, потому что уже есть твоя копия. И магия хер, потому что квант перебьет любую магию. Теперь тебя к магии как с гуся вода. Смотри. Контур поставь вот этот вот квантовый. Как светящийся. Он будет как пережигать любую нахер магию. А вот то, что Мона говорила. Пояс этот снизу. Его не, а вот не смотри, есть он. Ну, с хера ли ты его будешь ощущать? Ты уже программку изменил. Это же все подряд. Угу. Все сразу убирается. Хватит тормозить. Так, находи там тактовая частота, как менять. Давай на заводские настройки. Да вот, я и нажал клавишу Enter, и интернет отвалился. Mm-hmm.
А потому что, да, через Wi-Fi, компы и прочие тебе эти квантовые симуляшки на тебе. На тебе, смотри, еще много программок. И они через вот современные системы, через вышки, все это, они как поддерживаются. Квантовые уровни на тебе висели как бы. Сейчас-то уже все валивается. Были еще на тебя посягательства, скажем так, посягновения. Не ощущаю еще. Уже. Я говорю, были. Но потом по времени научишься играть. Их видно, очень хорошо видно, Андрей, то, что Илья говорит. Там на открытость, на какую-то женскую глупость тебя ловили, как вроде бы, знаешь, объясните, пожалуйста, умный человек, как там что-то где-то туда-сюда. И она тебе хочет подпокатывать как сверху. Да. И ты она же так, снизу, ну, программки. Как мужик, ты же вот объясняешь, ты же умный, ты же все поможешь, ты же рад помочь товарищу какому-то, неважно, кому ты рад помочь. И вот тебя снизу шурух, шурух, шурух. Так что на все просьбы о помощи какой-либо очень аккуратно. Фильтруй. Я никогда не... Крайне редко, вот если вот человек реально просит, я вот не знаю, я всегда предрасположен, чтобы помочь людям. А когда и тем так... более, если вот так вот, ах, ты такой умный мужчина, объясни мне, пожалуйста. Не то, что она заигрывает к тебе, но именно на этой женской такой, манипуляшки, знаешь, открывашке. Бабские, да. Манипуляшки. Да, вот и там тьф, и проходит куча того, что Илья сказал, да. Ну, теперь давай убирай все, что мешает. Снизу смотри и убирай. Снизу, сверху. Сверху, снизу. Мона свое увидела, я свое. Да, 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 да. Чем хороша работа в паре. Мы видим одно, но по-разному. Или разное, но по одному, в одном плане. На уровне живота, чуть выше пупка, затыкается поток. Как чопик, пропочка такая, да. Кто поставил? А это уже чисто магия, это чисто бабская, да. Тут твоей воли не было, чтобы она тобой манипулировала. Кто это? Такой легонький приворот. Супер лайт версия. Чтоб не сильно давил. Не сильно был мужиком. А они-то могут такие вот змейки. Уф, какой пересчет идет, классный, молодец. Да, он начал работать цифровым уровнем. Не может быть. Шо? Да ладно. Она не такая. Интересно. Не-не. И зачем ей это надо? Ну, можешь спросить. Домой придешь и спросишь. Наивный. Ну, все мы такие наивные, пока не прозреем насчет женской сущности. Ниже еще есть. Да, там штук 7. 3 точно. За самый нижний ухвати, посмотри, кто. Я вот сверху, сверху иду и по одной. На... Была... Пиявки давишь, да? Да. Душили, душили. Душили, душили. Давай, души, души. Мило улыбающиеся пиявочки. Они же не думают, они просто это делают. Они не умеют это контролировать, но на подсознание это получает. Подсознание у нас засрано во многом. Потом, конечно, огребают за такое. И не понимают, за что. Я же вся такая белая, пушистая. Оттуда же идет. Ага.
Да. Лет 17 еще одно что-то есть? Есть. До сих пор. Угу. Еще 3 стоит. Угу. Большие, да. Черные штыки такие из пустоты. Вот это вот уровень силы уже, тоже не квантовый. Смотри, что это. Сломай и посмотри. Я называю это пустошь. Сила. Форма. Мы живем в мире порядка, есть еще хаос, есть пустошь. Это как бы уровни реальности, скажем так. Разбиваются, а что, откуда, как? Откуда они появились, так и не успеваю понять. Не зачем. Важно, что ты вышел еще и на уровень силы. Квантовая — это информация, а уровень силы — это вот основы. Вот теперь плотность твоего сознания, плотность тела, воли, давай поднимай выше, чтобы вот эти вот ножики силы и вот эти вот программки квантовые, они просто, ну, были меньше по плотности, скажем так. Чтобы тебе было больше информации, больше силы, чем вот во всей этой мишуре, тогда они не смогут. Они и так не смогут уже. Ну вот, начало положено, потом будешь усиливать это. Ну, ты уже знаешь, что мониторить и какие уровни плотности. Да, пока для начала это... Достаточно. Пошел, да. Ну, нормально. Блин, ребята, вы супер. Я, честно говоря, еще никогда у меня вот нисходящий поток вот полностью до конца не проходил. У тебя появилось новое, 2 новых тела. Третье лезет, ну ладно, рано еще. А, квантовое. И силы. Не знаю зачем, но я тебе это дал. Потом узнаю. Там оно? Снизу еще там как какая-то рука пережимает. А это мешают, да, черный. Да, ты говоришь, что все проходит. Проходит, действительно, нисходящий сверху вниз идет. Но в самом низу, самое нижнее. Да, в самом низу. Вот у меня там хомут еще такой есть. Да, вот я структуры. Вижу, как вот, знаешь, вот рукой как ухватил хомут, да, вот, ну, пережато просто. Да. Вот на это обрати внимание, что это. Давай я сломаю, на всякий случай, мне не нравится это. Подключка такая. Очень уж мощная там была. Черная, да. А вот теперь распрямляй. Я это убрал. Да. Угу. Это на уровне роевых структур было, да, Илья? Мы многого об Андрее не знаем. Там руна. Угу. Запирающая. 2 треугольничка друг к другу. Ну, вот как диодики показывают. Я поняла, да. Я это вижу, что роевые структуры, но, возможно, даже глубже, да, руна. На роевом там квантовый запор стоит. Да, сейчас немножко подгрузили. Будем работать. Посмотри на товарища Берию, который сейчас Дима. Угу. Какие эмоции, ощущения? Первый раз я с ним общался один раз. Получалось. И знаешь, такое вот ощущение, как кролик перед удавом. То есть я, блин, маленький, весь затюканный, а там
скажем так, уже все такие суперасы. Впечатление немножко ложное. А смотри, что у вас вообще? Какие уровни, места, коды на уровне кода, смотри. Не знаю, не могу найти его. Угу. Ну ладно. Спрятался, Дима. Опять завтра, может быть, увидимся. Ладно. Что-то у вас общее на квантовом уровне. Ну вот смотри, у тебя ты уже немножко. У тебя уже 9 тел. Если не больше. Больше. Еще и сила. Пришпандорина. А так вообще приятно ощущать, когда это все проходит насквозь. Угу. Нигде не стопорится. Быть в своей стихии, да, информации. Сильно на тебя Рой был злой и поставил тебе кучу блоков. Причем до Курчатова. До. Воевал ты с ними и ранее. Где и как, это еще неизвестно. Но вспомнишь как-нибудь. Интересно. Угу. Все придет, все вспомним. Пока отдыхай. Ладно, ребят, спасибо. Да. Да, ладно. Как всегда.